Так, Гата, давайте сосредоточимся. А, Женя, хай. Ну, как, не знаю, как шахматист, конечно, я буду однозначно. Бывают, конечно, не самые интересные позиции в фишерске, да, бывают позиции, в которых прям игра требует одних и тех же ходов от соперника, да, это не так интересно. Так, ну мы потихонечку выправили положение, ну, времени, наверное, не хватит подняться слишком высоко, но, по крайней мере, это уже не стыдно, это хорошо. Не объективно, не побеждали, но миллион подписчиков у нас никогда не было, поэтому тяжело сразу. Тоже верно. Давай, фигат мне достанем. Может быть там столько денег, что... Фигат мне достанем. Я же не имею представления о точных суммах, да? Ну, окей, я все-таки шахматный профессионал, поэтому... Тоже, вот какого ответа вы от меня ждете? Кстати, я забыл про возможность рокировки. Если забыл, то... Конечно, он так не пошел. Глупый ход, просто потеря там. Опять же, просто вот из-за того, что забыл, что возможно рокировка, получил плохую позицию. Потерял два темпа. Думаю, что у меня было поприятнее, после этого я потерял два темпа. Позиция все еще сложная, примерно равная. А, bad. Bad. Very bad. Blunder in one move. Very, very bad. Я не Дерезага пешка. В целом, если отыграться с Гатой, и если еще, конечно, хотелось бы еще отыграться с Володей, успеть, тогда вообще можно было бы считать, что не так плохо сыграли. Для начала надо в этой партии доиграть. Yeah, this is very bad. О, сейчас поделим шкуру неубитого медведя. Но сейчас как каким-то образом, я не знаю, открылось второе, третье дыхание, у меня просто... 2 часа ночи, я играл откровенно плохо первую часть, не знаю вообще откуда что берется. Я не знаю, как это работает. Вдруг начал играть, как ни в чем не бывало, нормально. Я не знаю, как это работает. Не знаю. Just really bad. Вроде играешь как просто ужасно. Вот зачем я, ну, разменял коня, ну, на самом деле, без разницы, все равно, конечно, выиграл. Перевес слишком велик.
Даже больше степени перевес по времени, чем по позиции. Да и по позиции, если что. Ходить совсем нечего. Bishop d3, blundering bishop d3 is very bad. Заканчивается, а вот видите таймер справа. Before that was a good game. After that.